Но что поделать, команда уже готова. Внимание. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Состав. Тренер решил ничего кардинально нового не придумать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Но что поделать, команда уже готова. Внимание. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Состав. Тренер решил ничего кардинально нового не придумать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Но что поделать, команда уже готова. Внимание. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Состав. Тренер решил ничего кардинально нового не придумать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Но что поделать, команда уже готова. Внимание. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Состав. Тренер решил ничего кардинально нового не придумать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Начинают эту игру. Поехали. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. И открывается партнер под атаку. Не доходит. Начинают эту игру. Поехали. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. И открывается партнер под атаку. Не доходит мяч до адресата. Начинают эту игру. Поехали. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. И открывается партнер под атаку. Не доходит мяч до адресата. Но что поделать, команда уже готова. Внимание. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1.